скачал я более позднюю версию, 3.6, 3.7 не нашел, где скачать пока что. Ну, пока 3.6 мне хватит, у меня наконец дверь завезли, шторочки на окна повесили, шкафчик здесь поставили, правда, я вот слутал уже с него, там потрошки лежали и материал для крафта. Здесь я еще не полазил. Так что, в принципе, мне теперь есть куда что складывать. Жалко, нельзя это передвинуть вниз. Посмотрим, что у меня здесь еще. Ох, мне даже зеркальце поставили. Нам красоту навели мне тут. А, ну этих помощниц баб можно заселить к зеркальцу. Так, что мне здесь должны были кухню вернуть? Да, вернули кухню, но, по-моему, она немного меньше все равно, чем была. Здесь были верхние ящики, здесь еще было больше ящиков. Ну, хоть что-то. Это что? Для револьвера? Патроны? Молоток? Готовить ничего нельзя? Жаль. Жрачку. Сейчас я сюда переложу. Так. Почему у меня это все здесь? Я же это все вниз убирал. Так, это все сейчас все заберу сначала. Нет, не, мне все не вместится. Еду размещаем, получается, здесь. Это, наверное, тоже для еды оставим. Здесь уже будет водиться. А здесь всякий шлак. Ну как шлак, тоже полезная. Соль, сахар. Это у нас будет аптечка. Так, что у нас? Надо здесь из шкафа все перетащить сюда. Хрень всякая валяется. Что нам перетащить? Нам надо вот это перетащить. Сейчас что-то не влезет. Ну да. Так, это мы сюда закидываем. Это я сейчас машину заряжу. Спички мы тоже забираем. Это сюда. Так, отсортируем немножко. Так, гранату оставь, ткань. Давайте ткань, деревья, вот эту хрень мы засунем в соседний ящик. Я сейчас бегу еще раз на военную базу, там тем более мне сказали, что там я где-то что-то опять пропустил, как обычно. По крышам где-то надо полазить. Че у меня? Ну, что-нибудь сожрать можно? Вот это как раз заточим. Подсказали, как... зомбаков убивать копьем в голову. Надо же поспать сначала лечь. Вот что я забыл. Ладно, сейчас мы ляжем. Так, пока я все сложу в один ящик. Пока что. Пока этого всего у меня мало. Так, здесь у меня, по-моему, вода. Блин, под воду мне тоже одного шкафа мало. Мы заберем, здесь будет везде еда, а вот эти два шкафчика будут под воду. Так, это все по максимуму выкидываю, потому что буду много лутать, а места у меня пока еще мало. Не, не хочу ночью вылазить. Так, все, закрываем все двери, сохраняемся и немного перематываем игру. Давай сохраняйся быстрее же. Вот как-то так. Спим мы, что у нас? Да прям вот гулять, так гулять. Нет. Лучше пораньше ляжем в следующий день. Что произошло? Я не хочу с зомбаками встречаться. Или, может, я случайно Escape нажал? Вроде не жал. Какая же ночь-то. Воу, какой фонарик. Благо подсказали, на что он, я забыл. Так, что мы до 7 поспим? Блять. У меня даже копий нету. Сука, ну звук такой прям это. Аж мурашки по коже. Блин, раньше они в дом не залазили. Эй.
Блин, не, сохраняться нельзя сейчас. Ну-ка, если еще поспать. Ну, пока у меня не особо получается с ними бодаться. Твою мать, он рядом, нельзя поспать. Хм. У меня есть. Блин, да он там не один еще. Че, просто пересидеть, переждать? Давайте попробуем еще раз лечь. А вот сейчас нормально спит. Сейчас просыпаюсь, мне тут по голове херачит уже. Так, днем они, в принципе, умирают. Сгорают. У меня уже один сгорел прям в доме. От солнечных лучей. Блин, не очень светло. Надо себе факел, наверное, сделать. Факел, щит. Копий побольше. Давайте еще чуть посплю. Не хочу что-то с ними бодаться пока. Раньше бы, да, в прошлой версии я бы пошел прям с топориком на них. Блин, ну... А что, у меня выбора нету. Так, что я могу еще? Я могу... Я ничего даже сделать не могу, я аж все скинул. Бля, где они? Их там, сука, много. На улицу выбежать и свалить от них, пускай они горят на улице. Так, когда назад нажимаешь и shift, он не бежит, а он потом еще и вперед тупит. А, он не в доме. Он вот он стоит, сгорает. Э, дядя, ты горишь. Оу, а вот еще один. Они мне, короче, поломали окошки мои, но не залезли. Так, 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 из чего у нас там копье делается? Копье, копье, копье. Одну такую веточку надо найти. Ножик у меня есть. Фу, ничего себе. Так, я там сейчас подачу не словлю. Давайте так вот сейчас сохранимся. Быстренько копишка. 4 штуки. Прям сразу фигачим 4 штуки. Блин, он начал крафтить. Такой звук начался. Я думал, они уже там на меня херачат, бегут. Так, это все сюда, сюда. Так, так, то я с топором стоял, нельзя было поменять. Так, не дергайся. Угу. Не попал. Да что ты будешь делать? Так, заново вставляем их назад. О, его же надо обыскать еще. А, блин. Да ну сохранись ты уже, escape хочу нажать. С этим все лучше получилось. Дай мое... Так, как мне его забрать? Во. По-моему, я еще слышу. Дяди, сколько вас здесь? Блять. Где? И что мне теперь каждое утро так вот бегать и бояться? Каждую ночь не поспишь. А, это, наверное, вот этот и орал. Я еще по нему пробежался. Копии мы набрали.
пухи и оружие, блин. А, я наверху их сложу, точно, у меня же есть здесь шкафчик. У меня здесь есть шкафчик. Это я пока сюда сложу, у меня все равно патрон нету. Гранаты я не хочу тратить. Ножики, ножики делать, копья ими нужны. Теперь у меня копье будет самое любимое оружие. Так, что мы машину... А, кстати, что у нас здесь добавили? Что-нибудь добавили, нет? Пустота. Ну, в принципе, больше места будет для моих построек. Сейчас заново пойду разведывать обстановку. Опа, стопы. Я, короче, дюпнул движок, дюпнул, получается, эти колеса. Потому что я их уже тот раз ставил. Или я еще собрал. Ладно, хрен с ним. Может, я еще собрал, просто забыл. Этот движок пока прям здесь на полу. Сим-сим, откройся. Прям вот здесь вот на полу пока его бросим. Сделаю еще одно копье. И теперь пойдем воевать. Сохраняемся, пойдем базу сейчас военную обшарим еще раз. Пролезу там по всем этим крышам, которые я не облазил. Заодно, может, после обновления игры, может, там что-то я еще найду интересное. Сейчас начнем, наверное, с этих машин. Бензинчику слить бы нам не мешало. Да, осталось его только найти. О, тоже неплохо. Блин, машин до хрена. Все, все на базу ехали спасаться. Так, в кузове я там находил, помню, прошлые разы что-то. Но это были прошлые разы. К тем машинам пока не пойду. Что-то с топливом как-то все плохо. Не достанет. Ой, нет ничего. О, пол-литра. Я-то хоть нажал-то. А, ну да. То у меня, оказывается, 3,5 литра есть. У меня в канистре, оказывается, что-то даже было. Блин, тут ничего нельзя найти. А, это листочек. Вроде ничего нельзя. Телефон еще не вовремя пищит. Забыл про него немножко. Ладно. Не смертельно. Оу. Не, ты это так не надо делать. Блин, он сливает, по-моему, теперь подольше его. Или мне так кажется. Здесь есть. Блин, ну, в принципе. Интересно только, как он топливо теперь сжигает. Так же, как раньше, медленно? Или все-таки быстрее? Потому что раньше топлива хватало на охренеть, как до хрена. Генератор, конечно, жрал его быстро. Много. Так, здесь я, по-моему, свой М4 нашел. Здесь, в принципе, больше нет ничего. Здесь в кузовах тоже пусто. Да? Залезь. Эй! Я думал, не допрыгну. Топить насквозь него хожу. Текстуру завезли, а саму модельку забыли. Камень. Ящички. О, Фомка. Супер. Ящички я могу домой забрать. В принципе, ну, может быть, когда-нибудь пригодятся. Что у нас здесь? Ничего у нас здесь. Так. На полу больше вроде ничего не валяется. Вроде нету. Ящичек. Вот этот ящик надо посмотреть. О, веточка, веточка. Я теперь такие веточки буду собирать. А, кстати. Кстати. Ай-яй-яй. Тихо. Почему я опять не сохранился? Он же жрет полдня, блин. Сейчас туман начнется, еще что-нибудь. Ну, тоже можно насквозь походить. О, я спрятался, я в домике. Блин, ну в такой траве тяжело теперь что-то на земле заметить.
пусто. Че, сюда ничего не завезли больше? Или может я что-нибудь не пропустил? Вроде пусто. Веточки, палочки. Нет, не нужны листочки нам. Блин, ну по идее ящики в таких должно что-то лежать. Так. Что-то кроме веток у меня будет сегодня? Ну как-то что-то не густо. Хотя я здесь уже лутался, в принципе. Тем не менее, я опять что-то нахожу. Хреново, значит, смотрел, конечно, но... Еще посмотрим, что у меня в городах будет. Хотя, что вообще теперь за города, интересно, будут. Они ж тут, я так понимаю, много чего поменяли. О, я не помню, что такой ящик. Да. И правильно, что не помню, раз там патроны лежат, значит, я туда не залазил. Так, это, по-моему, М4, нет? Да, М4. 4 патрона у меня для нее есть теперь. Вау, эквип. Еще одна винтовка. У меня теперь их целых 2. Че это? Что-то камень. Камень неинтересно. Так, здесь. А, вот он ящик, машина с ящиком. Залази давай. Неинтересная машина с ящиком. Так перепрыгни ты. В толчках там ничего не лежит? Лежит. А, нет, это дыра. Я думал, это какашки чьи-то лежат. Так. Что у нас? Тут еще контейнеры. То есть я все пропускаю, контейнер. Буду лазить теперь по всем контейнерам. Дебил. Переиграл другие игрушки. В которых так можно прыгать. Здесь, к сожалению, так прыгать нельзя. Это больно очень. Так что, я здесь же. Здесь я, да, лазил. Все, значит, в этой стороне мне ничего интересного нету. Ткань. Куча камней. Ладно, собираем камней, там что-то, по-моему, для чего-то не потом... Оу, нужны были. Потом вспомню, для чего. Веточки, все, место кончилось. Место кончилось у меня, и что, я ничего не могу сделать. Так, а где у меня факел? Факел. Вот он, факел. Мне нужны вот такие 4. Если мы вот так сделаем. Оп. Все, назад копье. Теперь собираем вот эти веточки. Нахрен надо. У меня места нету. Так, сколько? Мне, по-моему, 4 ветки мне нужно, да. То есть мне еще одну где-то надо найти. Так, я же... А, я хотел воткнуть, но он у меня в руках же был. Камни все. Набил инвентарь камнями. Так, лезем наверх опять. Нету ни хрена. Так, где бы мне еще пошариться? Так, камни мне больше не нужны. Оп. Нет ничего. Оп. Нет ничего. Пойду в ту сторону. А, нет. Веточка, нет. Не веточка. Мне надо как-то разжиться ящиками. Желательно металлическими, они, по-моему, побольше. Здесь, по-моему, я все собрал. Надо посмотреть, что там дальше есть. Ничего не лежит здесь. Побегу, значит, через дом. Потому что место у меня не айс.
О, веточка. Ну как, конечно, начинается сразу. Веточки одна на одной валятся. Как только они мне не нужны. У меня места нет, куда я буду крафтить. Так, не забываем волшебное сохранение. Ух, у меня тут камни возле дома валяются. Можно было их и не собирать. Закроемся. А, у меня здесь веточки есть. Вас я пока скину, ветки я пока оставлю. Что я сюда могу? Могу я сюда вот это засунуть? Вот это засунуть. Это мы пока в этот будем складывать. А-а-а, мне и скидывать-то особо нечего. Автомат пока скину, че, я все равно с ним не хожу, да патроны тоже пока поскидываю. Веточки мне пригодятся. Попить рано. Так, а, наверху, наверху, наверху. У меня теперь здесь оружейная комната. Патроны. Все, ножик. Ножик мне для веток пригодится. Это пригодится. Молоток пока нет. И не буду пока не заниматься ни с окнами этими. Не хочу заделывать. На следующий день, наверное, попробую. Надеюсь, никто не залезет ко мне за это время. Так, вода у меня где-то здесь. Вода. Так, литлы, по-моему. Блин. До полного насыщения. Не помню, короче. Это, возможно, мне все пригодится. Из веток я сейчас сделаю факел. Мне нужно 4. А, и мне ткань нужна. Это мы сюда излишки пока выбрасываем. Не тот шкаф. Так, крафт. Вот этот. Насколько его хватает, сейчас заодно посмотрим. Чувствую, я сейчас совсем скоро это посмотрю. Ага. Для него же еще и топливо нужно. Ладно. Сделали и хорошо. Сейчас закрываемся. Я не так закрываемся. Закрываемся в хате. Сохраняемся и ложимся спать. Может, пронесет. Так, ага, они опять у меня возле дома. Туман закончился, но эти дебилы у меня возле дома все равно тусуются. О, кто-то пробежал, я видел. О, вот он один. Так, что мы тряпочки скидываем назад и пошли лутаться. Сейчас вокруг дома посмотрю. Может, еще где-нибудь тут валяется трупешник. Может, с него все-таки что-нибудь залутаю. Нет. Значит, полезли к машинам. Где, куда отсюда я должен... Сейчас вправо пойду. Что-то там еще должен найти. Главное, бандитов не нарваться. Я помню, где-то здесь у них база рядом. Ужесточили они, конечно, условия выживания. К лучшему или к худшему, хрен его знает. Посмотрим дальше, что будет, как лутаться буду. Как там сейчас крафта. Но вроде забору сейчас легче стало крафтить. Насколько я помню, ресурсов меньше на это требуется. Вот только что-то для машины я запчасти особо найти не могу. С машинкой-то побыстрее и поприятнее лутать. Кстати, колеса нигде рядышком не стоят. Так. Хорошо, топливо есть. Все, уже 10 литров целых, даже больше, почти 11.
Надо немножко больше. Че это тут? Этот какой? С кучей памятников-то. О, даже дверь завезли. Во, шкафчик. Шкафчик мы сейчас отволочем назад. В смысле, не назад, а к себе на базу. Ну что, мне одного шкафчика мало. Блин, ну если каждая обнова, каждый раз заново начинать, это, конечно, пиздец. Извините за мой французский. Потому что каждый раз собирать эти шкафчики, каждый раз их таскать домой, это утомительно будет. А до релиза, я так понимаю, такого полноценного, без этих куч обновлений, таких вот, скорее всего, наверное, еще долго. Так, трупешник, не пойму, какой-то быстро пропадает, какой-то долго лежит. Сюда не в ту сторону начал крутить, видать. Ну так, не? Блин, да что ты будешь делать? Так, я ничего же не слутал. Все, бежим назад. Блять, пугай, что ты перед дверью лежишь. Где медведь, блин? Где вообще живность? Где олени? Ну, медведь, в принципе, ну нахрен возле базы он, конечно, не нужен. А вот на оленя интересно было посмотреть, поохотиться на него. Местцом запастись. Хотя, может, рано пока сейчас это всякие ветки, эти сушилки делать. Так, здесь я смотрел. Залезть в эти домики... Не, не поеду. К зомбакам потом схожу. Здесь отель же интересно был. Там много, много всего интересного было. От него совсем ничего не осталось. Так, 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 так. Бандиты, бандиты. Надо как-то бандитов обойти, которые херачат, как я не знаю, как свертухи в голову. Я думал, дальше нельзя идти, что-то уперся куда-то. Это просто он на маленький выступ залезть не может. Здесь ты хоть сможешь? Смог. Воу. Фу. Тоже какие-то строения. Так. По идее, если по старой карте, я должен скоро буду подойти к отелю. Что-то какие-то постройки. О, отель. Сохранимся, потому что там в этом отеле теперь кто-нибудь живет. Кстати, отель. Другой отель. Теперь по-другому стоит. А, я не взял ресурсы для заборчика строить, как мне там подсказали. Блять, медведь. Блин, а куда здесь от него прятаться-то? Если эта херня на меня побежит, я же, мне даже спрятаться некуда. Воу, что это? Ну-ка. Что с тобой делать? Ладно, потом разберемся. Блять, они внизу или вверху? В прошлый раз они были вверху. Но сейчас после открытия двери они так заорали, что как будто такое ощущение, что они внизу. Воу. Много-много скотча. Тут кто-то чем-то... Точно здесь их нету? Вроде нету. Блин, ну без машины лутать, конечно. Чё, я уже, считаю, все занял. Ладно, вот это мы сейчас съедим. Сейчас мне со спины как подача. На! Пистолет.
Так, Фомка мне нужна, копии мне нужны, блин. Ну чё, вот чё выбрасывать? Может, левую руку что-то можно взять, не? Пистолет нельзя в левую? Я хочу с двух рук стрелять. Вот это пока положим. Пистолет сюда. Берем патроны. Чё у нас там пистолет? Перезаряжаем его. Все, забираем. За все вылез. Не бесите, то орете над духом. Ты че, я все, могу назад бежать, уже у меня место кончилось. Надо запчасти для машины срочно искать. Оу, тут с двух сторон. А че толку, я ничего не залутаю, все. Уголь валяется, доски валяются. Хотя, если я сейчас какой-нибудь... О, как. То есть теперь еще электричество сюда можно подвести, открыть дополнительные номера в отеле. Если я сейчас какой-нибудь ящик, сумочку найду, я сейчас в нее все сложу и потом... Закроемся. И потом тогда... Вместе с этим ящиком и сумкой побегу назад. Нельзя? Нельзя полутать. Здесь по-любому можно. Ну, полутать мне не получится, но хотя бы буду знать, что здесь лежит. Здесь лежат батарейки. Сколько еды. И вам то же самое. Так, мне нужно срочно какую-то сумку искать, какой-то ящик. Не, ну так вот сделаем. Зайдем назад и сохранимся. Ничего нету. Блин, такой фургон, прям туда ящиков напихал и езди. Ага, здесь опять все на электричестве. Здесь нужно генератор делать. Шоколадка. Съедим шоколадку. Где медведь? Не помню, здесь лут смотрел, не смотрел. Ну что, полезли поверх. Блин, тут тоже везде на замке. Ну одна с зомбаками по-любому будет открыта. Хотя нет, тут же тихо. Ну что толку, я опять здесь лазю, блин, у меня места нету, ни хрена. Ящиков здесь нету. Короче, у меня внизу получается, где-то я там не полазил. Блять. Ага, в соседней. Здесь тоже ящика нету, но, блин, тут столько дропа лежит. Оу, заправка, что ли, сразу здесь рядом? Так вот будем кидать них. А, прям рядом стоит. И дверь открыл, он сразу на меня выбежит. В общем, что он уже на меня кидается там. Да ёб твою мать, блядь, воткнулся 150 раз в лестницу. Так, а снизу я их не увижу. Медведи бы не увидеть со спины сейчас. Ага. Ну я, в принципе, так и думал. И как? Как мне это сделать? Контрольная 150-е, сохранение за последние 2 минуты.
Что за подстава? Твою мать! Да подожди! Я сейчас все копии покидаю. Как тебе в голову-то попадать, когда? Да убивай уже, все, давай. А чё ты не убиваешь? А, я же в броне. Точно. Так, сразу меняем пистолет на копье. А, мы, в принципе, можем через окно посмотреть, когда он отойдет отсюда. Не будет сюда на меня смотреть, блин. По-моему, как раз он сюда и смотрит. Хер с ним. Блять, ни в одного, ни в другого не попал. А он сквозь голову пролетает. Ты дай хоть так потыкаю, что ли, не знаю. Ну что за... Ага, мне теперь еще и дверь закрыли. Ну, не буду сохраняться. Да ёб твою мать, а! Как тебе бросать вообще копье? Давай убивай уже, заебал. Не мое вообще, блядь, с этими зомби биться в этой части. Я не знаю, что мне с ними делать. Я последнюю попытку делаю, ну его нахрен. Ага, блядь, они уже бегут на меня, кидаются. Что-то у меня одни расстройства от этой игры. Да иди ты нахрен, а! Как ему в голову попасть? Самый верный способ. Пошел искать патроны. Где-то здесь были, я помню. Че не так? Ага. Че, у нас тут больше ничего нету? Сразу съедим это. Пойду сейчас заберу свои копья. Ну и в принципе потом приду еще раз пошарю здесь везде. Где мои копья? Короче, когда они на тебя бегут, вот эта вот херня из копьев, это что-то бесполезное получается какая-то. Ну, сохраняйся. Я, конечно, попробую еще раз кинуть копье. В стоячего. В стоячего все замечательно. Бита! А что, у меня место есть? Может, с битой получше будет получаться. Во, чемодан. Наконец-то я нашел. Я сейчас могу долутаться, свалить отсюда. Надо будет с видео закруглиться, иначе оно слишком долгое будет. У меня прошлое очень долгое получилось, ну прям очень. Надо сохраниться. Твою мать, что такие долгие сохранения, если никак не привыкну. Кстати, кстати, зомби, 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 где труп зомби? Так, сразу здесь обшарю. Спички. Не хрен знает, что делать мне с местом. Ладно, пойду в чемодан сложу. Сложу, что есть. Тем более у меня здесь есть повторяющиеся предметы, целых два. Ну, может, еще что-то мне влезет.
Шкладку пока рано точить. Нижний дай мне. И еще нижний. Оу, перчатки. Гламурные порванные перчатки. Так, что я здесь еще не залутал? А, бутылкой. Все, нет. Остальное все слутал. Сохраняемся, берем чемодан и валим на базу. Медведя пока не видно. Что это было? Чтоб на лестнице с ним не возиться, я его нахрен лучше так выброшу. Сейчас место почищу и пойду тогда вот туда дальше собирать. Ну блин, мне как-то машину надо собрать, я вообще запчасти на нее не нахожу. Сейчас если еще на меня медведь побежит. Ва, бандиты! Забыл. В лес, в лес, в лес, в лес. Убегаем в лес. Полем, лесом, лесом, полем. Трейлер какой-то. Ну, чё толку, у меня места нету ни хрена. Наверное, не получится видео делать по дню. Слишком недолгий получается. Ну, в смысле, игровой день. Одно видео. Там чуть ли не часовые получаются. Будем немного покороче их делать. Так, надо где-то теперь аккуратно спуститься. Не прыгай, а то потому что разобьюсь. Попробую все-таки в соседние дома вот эти сходить. Но блин, ну из домов теперь хрен выкуришь. Раньше топорика прям тюк по голове и все. Теперь же так не получается. Либо что-то не так делаю. Чемодан-то куда? Раньше удобно было по домам лазить, сейчас как-то это стало неудобно. Либо надо больше патронов искать, больше оружия под эти патроны, которые у меня уже есть. С ними-то он замечательно все получается. А копьем в голову на ходу что-то вообще не попадает. В голову вообще не попадает на ходу в него. Не то что в голову. Бля, дайте мне машину, а? Я задолбался бегать. Что это белый? А, это скалы белые. Нахрена ты его поставил? Забор еще здесь заново строить. Вот ты задолбал, а? Ну донеси ты, уже тут чуть-чуть осталось. Что мне из этого всего-то нужно, что мне раскладывать? Хантинг рифли. Снайпер как 762. Ну да, походу для берданки даже есть патроны. Ладно, мы сохраняемся. Дверь закрываем. На этом видео заканчиваем. Следующее видео посмотрим, как там по обновлениям будет. Но я думаю, будет скоро. Я постараюсь по времени сделать его скоро. А пока. Спасибо и пока.